Чё как, народ, с вами Сид, и добро пожаловать на канале Games Unlimited, где я продолжаю проходить Rise of Tomb Raider. В конце прошлого выпуска троица таки взяла нас в плен. А есть разница? Да, у нас появился то ли союзник, то ли новый враг, пока что неизвестно. Анна, подруга отца Лары, оказалась предателем. Но пока что это все новости, и нужно искать способ сваливать отсюда. Пока что у меня есть идея, что нужно будет оторвать эту трубу, и стена расскажу, здесь явно хрупкая. Так, тем вроде можно пролезть. Бежать. Надеюсь, это выход. Да сейчас. Класс. Лук и две банки тушенки. Набор джентльмена, блин. Есть там выход? Нет. Но есть кое-что, возможно, полезное. Рекурсивный лук. Смогу натягивать тросы. Полезное приобретение. И что мы можем с ним сделать? Тише. А то охрана... Ага. Ну... Работала. Сможешь выбраться? Точняк, капитан очевидность. Интересно, где моя снаряга? Выпусти меня. Я помогу. Я тебе не доверяю. Мы точно не враги. Я это чувствую. Ты, судя по всему, тоже. Мне проще в одиночку. Я местный. Я все тут знаю. А я быстро учусь. Не сомневаюсь. Но я могу предложить тебе нечто более ценное. Я знаю, что ты ищешь. Вот сука, знает, на что давить. Это что была за волосяная камера? Зовут Яков. Лара, держи. Это если разделимся. Вот взгляд мне не нравится совсем. Нужно идти. Охрана может появиться в любую секунду. Знаешь, а где она вся? Выбраться? Да. Я это место давно изучаю. Какая-то странная тюрячка, охраны нет ни хрена. Достаточно, чтобы понять, что Константин ни перед чем не остановится. Это я понял за 10 минут в общении с ним. Доверие, Лара, штука обоюдная. Чё тормозишь? Давай, пальтишка, двигай. Что это? Урок истории. Это место многое пережило. Здесь был трудовой лагерь. Красные посылали заключенных в шахты. Но этого было мало. Они брали наших людей, отнимали детей у матерей и угоняли в рабство. Вот это древность. Что же они нашли? Спроси у них. Какую-то статую. Здесь небезопасно. Ну так давай сваливать наконец. Открывайся. Самый надежный путь для побега через... Кажется, детальки. А дальше? Моя деревня в долине, по ту сторону горы. Там нас не найдут. Ловлю на слове, под балабола, не прокати. Вертолет ушел. Это последний. Сообщили о проблемах в рубке связи. Опять дикари, что ли? Блин, теперь тебе будет очень холодно. Контейнеры. Они привозят или увозят, я не пойму. Все-таки, видимо, привозят. Здесь. Я разберусь. Так, погоди, почти готово. Есть. Обыщите командные пункты, откройте ворота.
Константин требует послать людей на медиплавилку, пока буря не налетела. Блин, их тут до хренища. Надо как-то по-тихому хотя бы часть убрать. Тем более, что у меня только лук с собой. Никто не заметил. Вон того капуши наверху тоже, думаю, можно будет снять. Что у нас остается? Раз, два, три. Поменяем место дислокации. О, спалили, спалили, смотрите на них. На карты, садись на карты. У всех винтовки. Смотрите, правда не видят. Вот это поворот, да? Не ждали вы такой беды? Умри. Да. Дохни, гад. Черт, черт, о боже мой. Прорубимся, прорубимся. Вот. Че ж ты ледорубом-то не бьешь? Сколько вас осталось, интересно? Снова луком душить будешь? Ну, конечно же, луком. Нахрена нам топор, интересно? Жесткач. А, блин, я думал, ее заклинило. Видели, как она сидела? Ну, что могу сказать? Их было... Это... Синька чмо. Ты обыскать его не хочешь, нет? Патроны, стрелы, припасы. Черт возьми, у меня все это время ствол, что ли, был? Серьезно, волына была. Отлично. А я ледорубом всех хорошо. Задание указывает сюда. Вот, с другой стороны. Давайте обойду по кругу, посмотрим. Яков, я смогла открыть внутренние ворота. Беги во двор, я уже там. Уже там? Быстро он, однако. Привет, Ленин. Для создания веревочного моста... Ага, вижу. Значит, стреляем туда, цепляем сюда. Все грамотно. И ползем, ползем. Вот только почему не по лестнице, я не пойму. Сюда, сюда и сюда. Анна, мне нужно туда. Яков, что он делает? Что делает? Уши греет. Очевидно же. Черт. Да, ничуть не шумно. Лара. А вот и вход. Ну и о чем вы тут шепчетесь? Скорее бы убраться из этого ледяного ада. Тогда у меня хорошие новости. Пришли разведданные. У дикарей есть деревня. На той стороне горы. Скоро настанет твой день. Наш день, если ты не будешь больше отвлекаться. Ты о чем? Ты пожалела ее, эту Крофт. Она ведь до сих пор жива. Но нам нельзя жить в прошлом, понимаешь? Сомневаешься во мне? Ты знаешь, что я сделала для Троицы? Чем я пожертвовала? Что мне пришло? Ага, скоро сдохнет, вот и славно. Все нормально.
Жизнь крепко побила нас обоих. Но я поклялся всегда тебя защищать. Ну и кто из нас расчувствовался? Обещаю тебе. В конце нам воздастся, и Святой Источник даст тебе жизнь. Что еще важнее, жизнь в чистом безгрешном мире. Как это мило, ведь можно было сверху прострелить им головы. Отправь людей в эту деревню. Узнай, что им известно. Это слишком опасно. Там, по-моему, всего 5 человек. Вот только не начинай. Все это будет неважно, когда мы достигнем цели. Константин, вас ждут в тюремном блоке. Это наше общее дело, сестра. Давай, Костик, вали. Всегда. Что ты делаешь? Но очень интересно. И свершится суд над людьми, и обратятся неверные в прах, и развеется прах тот по ветру, и восстанут те, чья вера была чиста, и обретут жизнь вечную. Deus vult. Беги, я тебя найду. Мы должны их найти. Ищите. Точно где-то здесь. Спрячься, солдат Троицы. Ладно. Ладно, теперь бы найти выход. Странно, что ей перестало быть холодно. Я не думаю, что там шибко температура поднялась. На севере лагеря есть депо. Я буду ждать тебя там. Уже бегу. Чё? О. Пугают меня. Открывай давай. Че, 1-0, играем дальше. Ага, здорово. Значит так. Сюда плюх. Привязали, значит. Вот. Что, вот. Теперь пройти можно? Не хватало, чтобы меня еще током прибило. А какого хрена ты лезешь? Калашников мне отдай. Понеслась. Оп. А, штурмовая винтовка. Наконец-таки благословение прям какое-то. Чё? Кидаешься какой всякой. Ну давайте, пробуйте. А вот не твоя и не твоя. Все. Надеюсь, вы закончились там. Ну как же закончились? Пригинаться надо, когда перезаряжаешься, имбецил. Металлы. В какую сторону вообще чесать? Вижу. Вот тебе еще сверху. Мало того, что досками придавило, так еще и жопу поджарило. Серьезно, у них тут все? Ну. Граната! Создание взрывчатки. Так вот, зачем это нужно было. Ну, куда-то вот сюда. Ты сдохни. Сдохни, гнида. Два трупа.
Ну, я до сих пор не догоняю, почему не ледоруба. О, баночки. Шрапнель пошла. Ты приляг, отдохни. Двигаюсь правильно, уже хорошо. Уже радует. А вот теперь тебе холодно стало, да? Вертолет вроде бы меня не видит. Лара, осторожно. Они повсюду. Это я уже заметил. Черт. Все, выстрелы кончились. Итак, ребята, пожалуй, на этом я закончу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Продолжение в следующих выпусках. Пока.